Иностранные наблюдатели высоко оценивают подготовку к проведению референдума. По их словам, все организовано на должном уровне. Подробнее в рубрике «Мнение». Центральная избирательная комиссия подготовилась очень хорошо. Мы видим их активную работу, работу с участковыми избирательными комиссиями, с территориальными избирательными комиссиями. Все достаточно квалифицированы, все достаточно хорошо подготовлены к процессу. Также уже с утра на этом участке было достаточное количество и наблюдателей, и представителей общественных объединений. Процесс идет. В первую очередь хочется отметить, на самом деле, информационную подготовку. То есть информация доступна по всем каналам связи, то есть это и телевидение, интернет, печатные издания. Непосредственно на участке все достаточно удачно организовано. Вот за все это время мы не получили информации, и, наверное, это хорошо, о том, что были какие-то зафиксированы нарушения, которые можно было предъявить государственным органам. По поводу возможных нарушений действующего законодательства, подготовки, агитационной работы, проведения голосования на самом референдуме. Вообще чувствуется высокая организованность проведения выборов, а также активное участие населения, патриотическое поведение, как старшего, так и молодого поколения.